Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A50. И сейчас я покажу вам, как поменять, как вернее очистить историю браузера. Открываем браузер, я открываю Chrome. Нажимаем либо на вот эту стрелочку, либо на три точечки и выбираем «История». Здесь мы выбираем «Очистить историю», далее выбираем временной диапазон и что именно мы хотим очистить. И нажимаем «Удалить данные». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.